Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Зайцева от должности главы управления службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и назначил его главой управления СБУ в Киеве. Также он назначил нового главу управления СБУ в Ивано-Франковской области. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента. Президент уволил Олега Головашева с должности главы управления СБУ в Киеве и Киевской области. На его место пришел Сергей Зайцев. Назначить Зайца Сергея Сергеевича начальником Главного управления службы безопасности Украины в городе Киеве, Киевской области, говорится в указе. К этому Заяц был главой управления СБУ в Ивано-Франковской области. Это место, согласно указу Зеленского, займет Виктор Назарук. Назначить Назарука Виктора Викторовича начальником управления службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области, говорится в еще одном указе украинского лидера. Сергей Заяц родился 4 февраля 1973 года в Кировоградской области. Имеет высшее образование по специальности экономика предприятия. Работает в службе безопасности Украины с 1998 года. Прошел все степени военной службы от оперуполномоченного в региональном управлении и руководящей должности по направлению борьбы с коррупцией и контрразведывательными защитами экономики государства. Воинское звание полковник. Присвоены в январе 2014 года.